Вопрос. Что такое фреймворк в понимании архитектора? Ответ. Фреймворк в понимании архитектора не совсем одно и то же с теми фреймворками, которые существуют в сети. Фреймворк, когда делает архитектор, он закладывает некоторые определенные векторы движения разработчика, то есть позволяет или запрещает делать определенные действия команды, тем самым упрощая и дисциплинируя разработку в концепции, положенного в архитектуру кода.